Всем приветики. Пришел ко мне такой кабель, я заказывал его. Это получается от фирмы Ugreen. В таком пакетике пришел. Кстати, только в таком и все. И в нем лежало вот в таком пакетике просто. Обычно там почтовый какой-то, а у них такой вот More for you, то есть типа еще для тебя что-то такое, типа. Вот. В нем лежал сам кабель, который я заказывал. Переходник. Такая вот штука. Так вот он выглядит. Smart Digital Life Ugreen. Что-то здесь такое написано. Так. А, сплиттер. Разделитель. То есть он разделяет спаренный разъем микрофона и наушников на отдельный разъем микрофона и наушников. Вот. И в подарок здесь, кстати, написано thank you. Thank you, спасибо. For choosing Ugreen. Наверное, спасибо за использование Ugreen. Что такое? И здесь thank you, спасибо тебе for your purchase. За спасибо вам за вашу покупку. Что-то типа такое. Вот. А что там на рисунке показано? А, типа, с фоткой, то, что ты получил, и выложи фотку на Алиэкспрессе в отзывах, типа, и поставь 5 звезд и напиши, что ты там думаешь. Блин, ну прикольно на самом деле. Прикольно. А здесь у нас что? Это у них рекламки, что у них, типа, есть автомобильно-зарядная, повербанк, стекла. И вот еще такую штучку положили. Я сначала не понял, что это. Спросил продавца, что это такое. А он мне скинул скрин, где видно было, что вот эта вот штука, она как бы... Так, здесь на ней что нарисовано? Здесь на ней что-нибудь нарисовано? Ugreen Cable Management. В общем, эта штука нужна для того, чтобы держать кабель. То есть сейчас покажу как. То есть вот у нас есть кабель. Мы надеваем вот эту штуку на кабель. Вот эта штука типа липкая, а это мягкая. И мы как-то так вот типа... Или наоборот как-то... Вот так, по-моему. Продеваем. И так вот зажимаем. Это вот... Все, оно зажалось. И дальше у нас такая штука есть. И дальше мы просто кабель наш можем взять так вот, допустим, взять, смотать, и вот этой штукой все это зажать. То есть так вот взять, так это оно на какую сторону берется. Все. И вот так мы типа кабель зажали. То есть это такая штука, которая будет держать кабель, типа, ну, это в качестве подарка положили, вот она. На липучке. Но мне она не нужна, мне кабель сматывать не к чему. У меня они постоянно размотан. Хотя, смотря где, может, когда-нибудь пригодится, когда я буду где-нибудь в какой-нибудь перемещаться куда-то, мне нужно будет сматывать кабеля. Ну, в общем, удобная штука такая. Это как бы в качестве подарка за хороший отзыв. Не, ну отзыв зависит от того, как она будет работать. А вот сама вещь, которая мне нужна. И как ее тут открыть? Наверное, надо разрезать. Сейчас посмотрим. Нет, разрезать не надо. Я глянул. Оно, оказывается, может открываться вот так. То есть максимально удобно. Здесь такой как бы zip-пакет, или как он называется, который может зажиматься. Здесь вот это вот thank you. Вот. Если что, все контакты, все можно написать прямо в фирму, спросить там, что надо, или поблагодарить за хороший продукт. Вот. А вот сам кабель. Вот переходник с такого тройного на... Такие вот отдельные двойные, как бы.
потому что у меня есть переходник с тройного на двойные, а теперь с тройного на двойные. Ну, то есть наоборот. Блин, ну сейчас это я покажу. Итак, вот. Вот так вот выглядит обычно разъем гарнитуры. Ну, то есть у нас есть микрофон, наушники с микрофоном. И вот так вот они выглядят. И чтобы их подключить, допустим, к звуковой карте. Вот у меня есть звуковая карта. Сейчас я ее покажу. Вот. Его не подключишь сюда. То есть здесь наушники, есть микрофон. И поэтому у меня есть такой вот, типа, разделитель, что вставляешь в одно место наушники, в другой микрофон. А на выходе ты можешь подключать гарнитуру. Вот. А этот кабель, который вот я сейчас купил, это наоборот. Для звуковой карты, с которой выходит у меня, получается, наушники и микрофон. Ну, то есть, здесь слот не отдельно для наушников и отдельно для микрофона, а он как раз-таки для гарнитуры. Для... Вот моя гарнитура, как бы... Вот она, наушники с микрофоном. И для нее как раз-таки вот эта вот звуковая карта. И сюда не подключишь обычные наушники, потому что там еще есть слот для микрофона. И обычный микрофон не подсунем. То есть надо задвоенный. И вот как раз-таки этот переходник мы вставляем, тройной. Вот, вот оригинальный провод идет от, от этой гарнитуры. И такой же переходник у нас, вот он, тройной. И вставляя сюда, мы разделяем вот эти на два отдельных слота, как бы, два отдельных разъема, для микрофона и для его наушников. И теперь я смогу к звуковухе от креатива, не от креатива, а от HyperX подключать какие-то другие наушники. То есть, например, я не знаю, вот синхайзеры можно подключить, например, у меня есть синхайзеры. Вот они, синхайзеры, подключить. Вместо... Ну, здесь вот эти наушники были подключены с микрофоном. Можно отдельно подключить вот эти наушники и отдельно вот этот микрофон. Вот. То есть вот так вот. Сюда все подключить, вот этот вот, в этот разъем, в эти разъемы, и посмотреть, как это все работает. Вот. И проверить. Сейчас, кстати, можно и затестить. Кстати, они очень туго вставляются. И вот сейчас микрофон вставляю, вот он для вставления микрофона, и так вот с усилием. И может быть просто, что они новые, еще не разработанные. И сюда тоже вставляю наушники, вот для наушников. И тоже так вот, о, как они щелкают громко. А теперь надо сейчас протестить. Итак, вот что у нас получилось. Идет звуковуха от HyperX, с нее выходит переходник, с переходника идет, получается, на наушники, вот кабель приходит сюда, и на микрофон. А на компьютере у нас стоит, вот оно здесь, устройство по умолчанию, наушники гарнитуры HyperX. Так, и теперь нажимаю воспроизведение и громкость. Ну, то есть, работает. Вот оно. Да, наушники работают. Сейчас надо микро затестить. Или, хотя нет, можно взять, попробовать сделать такую штуку. Отключить наушники сейчас отсюда. Так. Затем поставить, подключить их обратно к системному блоку. Правда, мне здесь немножко грязновато. Так. И послушать, как они будут звучать от реалтековской теперь. Устройство воспроизведения. Динамики реалтек. Все. И теперь включаем тоже музыку.
По-моему, первый раз они громче звучали. Именно от HyperX как-то, ну, реально громче звучали. Может, мне показалось. Можно еще раз, кстати, проверить. Отсоединить. Где у нас тут свободный провод. Так. Одной рукой, конечно же, неудобно, но я попробую. Главное, провода, блин, мне надо поставить, потому что я так не смогу. Так. Блин, как же это тяжело. Теперь переключаем устройство воспроизведения. Оно уже выбрано, все. Типа, отключились наушники. Хотя, может быть, вроде и так же, просто суть в том, что работает. А микро сейчас затестим. Надо глянуть там настройки, где они там, что там. Ну, вот, в общем-то, микрофон, с которым будем сейчас тестировать. Вот он, микрофон гарнитуры. Он, кстати, сейчас подключен, вот он. Переходник идет сюда. И это не он. А вот это вот он. Вот эта вот маленькая штучка, тоненький проводик. И вот он уже выходит. Просто там длинный такой провод, 6 метров. Вот он выходит сюда. Так. И вот он здесь, микрофон гарнитуры, свойства. Прослушать с данного устройства, применить уровни. Ну, уровни здесь не меняются. Ну, это такая штука, как бы звуковухи. Вот, ну и теперь, например, снизу выводится, потому что я их еще не отключал. Вот, сейчас я возьму микрофон в руки. Раз, два, три. Прием. Как слышно? Прием. Раз. Приветствую вас. Это говорю вам я. Да. Ну, и вот, собственно, вот он работает. Сорямба ударил немножко. Это будет, наверное, минус звук. Но случайно. Вот так работает микрофончик. Довольно-таки, по-моему, неплохо. А теперь можно сравнить, как работает стандартный микрофон. HyperX. Реально отключить. А теперь, если отключить вот эту вот штуку, так, и подсоединить реальную гарнитуру, ну, то есть реальные наушники, которые шли в комплекте с этой звуковухой, так как микрофон там очень плохой. А вот теперь поговорить в этот микрофон, как это было, вот в это сейчас я буду говорить. Как он будет звучать? Прослушать данное устройство. Применить. Раз. А, стоп. Я забыл. Я же говорю в микрофон. Я, получается, говорю в микрофон. А слышно-то его здесь. А можно ли его как-то отдельно вставить сюда, например, влезет. Сейчас я проверю. Да, прикол в том, что он влез. Вот он. Так вот он выглядит теперь. Тогда надо отключить вот эту штуку теперь и подключить наш переходник, чтобы это было по-другому все теперь. Так. И теперь мы будем слушать на этих наушниках то, что говорится в этот микрофон. Раз. А, или надо, наверное, переподключить. Раз. Нет, не работает. Сейчас я проверю. Не знаю, в чем прикол, но он не работает. Именно. Ну, так вот, он не работает. Наверное, там есть какая-то штука, может, типа функция какая-то, которая включает и выключает его именно своими наушниками. Так он не работает. И тот микрофон работает, а этот нет. Значит,
Ну, через тебя буду проверять. Ну вот, теперь я сюда подключил наушники с гарнитурой. И буду говорить в эту гарнитуру, а слышно будет здесь. Их я подключил обратно сюда. Здесь выбрал воспроизведение через Realtek. Ну, в прошлый раз мы слушали через Realtek. И сейчас будем слушать через Realtek. Вот, прослушать стоит теперь. Я буду говорить в этот микрофон. А там будет слышно. Итак, раз, два. Это микрофон стандартный, который был с наушниками. Вот. Вот, ну и все. В принципе, разница. Ну, то есть, переходник работает реально. Через него можно к звуковухе подключить любые наушники, любой микрофон. То есть здесь стандартно стоит микрофон, как это сказать, однонаправленный, а я через переходник подключил все направленные. То есть можно вот такие штучки сделать, изменения. То есть вот. И наушники. Ну, по-моему, наушники звучат так же. Ну, то есть, что те, что эти, по-моему, одинаково. Хотя, чтобы полностью почувствовать, это надо надевать полностью на уши эти наушники и эти, и слушать с переходником, что будет звучать лучше. Ну, то есть, послушать, как оно звучит здесь, без переходника, а потом подключить переходник и к ним подключить эти наушники, послушать, как они звучат. Тогда можно будет понять, что лучше. А так, сдалека, чисто, ну, так ты особо выводов не сделаешь. И также микрофон, но все-таки они просто одинаково громко звучат, но мне кажется все-таки, что вот этот петличка, он все-таки покачественнее, чем, ну, вот этот вот будет. Вот. В принципе, это и так слышно на записях было, что этот получище получше звучит, чем вот этот вот. Вот. Ну, а так, в принципе, вот эта штука работает, которую я купил. В принципе, я доволен. Вот, так что такая штучка. Думаю, пригодится мне для всяких разных экспериментов со звуком. Вот. Потому что всякие переходники у меня уже есть. Только такого не было. Вот, теперь есть. И, как он себя показал, мне нравится. Все работает, все можно подключить. Теперь уже можно, я могу подключиться не только гарнитурой к той звуковухе, но и любыми наушниками и микрофонами к этой звуковухе. Вот. И это хорошо. Как-то так. На этом все. Всем покедова.